«Верните театр Балакову» – под таким хэштегом проходила акция по сбору подписей под обращением к президенту Владимиру Путину. Активисты поддержали инициативу журналистки Евгении Бруславцевой, которая просит вернуть здание театра юного зрителя в муниципалитет. Они призывали балаковцев оставлять подписи с тем, чтобы привлечь к этой проблеме как можно больше внимания. Сама инициатор тоже присутствовала на акции. Еще на СТВ, когда работала, все время поднимала эту проблему. Как это так? Больше 20 лет в городе театр и своего здания не имеет. Тем более сейчас. На данный момент у театра столько заслуг, потому что мы на фестивалях везде гремим, уже народ в театр пошел, публика нас любит, спектакли наши смотрит, а мы по-прежнему на квартире. Поэтому, конечно, это, естественно, очень справедливо, если наконец-таки у театра будет свое здание. С помощью странных махинаций около 20 лет назад здание перешло в частные руки. С тех пор за размещение театра в бывшем Дворце культуры строителей муниципалитет платит. Сейчас около 5 миллионов рублей в год. Поэтому среди тех, кто оставил подписи под обращением, были и городские депутаты, и глава Балакова. Зависеть от чужих людей, от частных собственников, которые там продлевают аренду, не продлевают, повышают арендную плату, не повышают. Здесь, конечно, коллектив театра в прямой зависимости как раз и есть. Активистам не приходилось уговаривать балаковцев оставлять подписи. Люди сами подходили к столу и поддерживали акцию. В нашем таком городе, небольшом, считай, да, и вот такой замечательный театр. Вот это вот возня какая-то вокруг вот такого замечательного театра, вот это нам так не нравится, жителям города вообще, да. И мы, конечно же, всегда за то, что нам вернули в собственность. Это наш театр. Мы в нем привыкли, мы вводим туда своих внуков, понимаете? Все зависит от нас с вами. Если мы по-настоящему соберем достойное число подписей, то найдутся люди, поверьте, которые даже лично отвезут и лично передадут, ну, как бы, клеркам администрации президента. Я считаю, что это дело совершенно важное и нужное, и пора этому просто беспределу положить конец. За время акции было собрано более 500 подписей, и балаковцы надеются, что на их обращение будет реакция со стороны президента.